Мягко. В носках? Да. Сокс мастер. Прям вообще ничего не умеет делать. Маль. Песка тяжело. Е, круто. Нормально. Хорош. Машина, давай, хотя бы на одну. А я сделал. Я лазим будем что-то в ноль. Хорош. Отлично. Молодца. Сделал. Сейчас. Линию черни. Да. Ветер за нас. Что? Ветер за. Побежал.
Наша тренировка в Зеленогорске идет вовсю. Ну как вообще вовсю? Места красивые. Там парни. Пока погуляем по камням, а там дальше посмотрим, что будет. Димон, скажешь? Ветер сдувает. Да, ветер сегодня сильный. Сильнющий ветер сегодня. Мы успели даже в волейбол поиграть. Да, посмотрим. Погнали дальше. Вот здесь начало, Глеб. Короче, мы добрались до камней, тут все в говне. Парни пролазят. Давайте, как ниндзя, аккуратненько. Наступайте, проверяйте. Там штыри, аккуратно. Здесь вот штыри, осторожно. Опа, ну.
Парни, да. Нам надо вот на этот камень. Вот этот вот. Да, он... Хорош! По идее, добраться до того конца как-то, но если это возможно. Стас, ты... А, Димон, надо на ту часть добраться. Фига, Глеб там. О, жесть. Можно вещи там оставить, в принципе. Там утка. Вот, конечно, жопа. Там прыгать надо везде. На что он там наступил, я не вижу, да? Скользкий, да? Ох, Димон, это опасно! Ах, нифига ты! Молодца! Ебать! Как ты видишь, тут никто особо не прыгает, так что здесь очень красиво и мало кто хочет рисковать окунуться. Мы, короче, придумали добраться до той стороны. Ну нифига он! Бля, ну вообще нормально. Сыкотно, кобздец. Не хочется намочиться. Как он туда прыгнул? Как? Как он туда прыгнул? Стасон? Давай Глебу тоже. Такой ручеек небольшой. Окунуться, конечно, не хочется. Тут прикольно попрыгать по тренингу. Бля, как туда Димон Кирюшин допрыгнул, я вот не понимаю. Ух, это прям педикюр такой. Аккуратно надо приземлиться. Стас, можно я как-то пройду туда? Ну, давай, давай. Нет, давай я. Сюда? У меня кроссовки просто сегодня скользковатые такие. Я стрёмно пробовать. Капец. Капец, как они прыгнули вообще здесь? Бля, это да. Жесть. Блин, тут вообще как? Как тут? Блин. Не похоже, блин. Давай
давай тоже потихонечку. Да. Молодец. Бля, вот это кобздец, конечно. Как туда допрыгнуть? Вот отсюда скорее. Это выглядит мощно, вот если вот так вот снимать, то... Если ты долетишь, я думаю, ты долетишь. Просто вот устоять... Не, одной ногой хотя бы туда сделать, а может тебе рюкзак отдать парням? А? С рюкзаком тебе нормально? Слушай, лучше без рюкзака. Просто я вот смотрю расстояние, я допрыгну. Там, тебе там надо приземлиться, получается, как-то вот так. Одна впереди, другая... Ну, либо аккуратненько с двух сторон. Хотя бы если вот эту даже в бок вот так сделать, ну, да. На одну приземлиться. Ну да, можно боком. Да, жестко. Не, вот в моем мозгу то, что я допрыгнул. Вот. Ну, это главное. Я смотрю, короче, ну, расстояние мое. Давай, осталось прыгнуть. Ну да. Прям ноги тяни туда. А? Ноги прям туда тяни. Ну да, да. Я думаю, насчет второй ноги. Оп, молодец! Молодец. Сейвился. Мне кажется, Димон, ты улёгся. Ну, без рюкзака. Бля. Осталось дальше. Глеб, ты там красиво сделаешь еще раз так же? Смотри, как Глеб фигарит. Он там пару прыжков подряд делает. Давай рюкзак. Есть такой вариант, что... Молодец. О! Ебать! Слева, направо. Руки не хотят слышаться. Можно обратно как? Прям.
Прыгай прям, да. Не, нормально, нормально. Главное, руками сильно держись. О! Е-е-е. Молодец. Обед сделал? Главное, одно. Молодец. Есть. Ну давай. Димон, смотри. Нифига так далеко. Круто, ножки назад. Здорово. Немножко. Не, мне неудобно.